Че, бортмеханик, поменяли тебе в итоге этот кресло еще раз или нет? Или сказали, не, в этот раз отстань, мы тебе не верим. Рано еще, рано говорить о руине. Когда играешь в самую мужскую игру, надо как сосредоточен быть. Ну, правильно, Вала, хорош отдыхать уже. Блин, а? Посмотри, этот тоненький момент какой. Ништяк. К 10. Привет, Лёха. Так, поплыли. Да и, да, может, сегодня будет, фиг знает. Нам бы Машу как-то пригласить на Дейс. Здорово, Тревор. О, Тревор меня может подменить сегодня. Немножко. Стопудово захочет. Макаймура. Никогда. Это дурость, по-моему. А Машку видел. Не, какую Машку? Коробки. А? Коробки видел. Да, я там начала копировать Машку. Да, я помню, когда ты ее фоткала. Когда она тут сидела. Ничего страшного, все. Так и должно было быть, значит. Так. А? Да, лучшая наша Машка была. Ага, хорош. Сервак интересный поискать. Посмотрим, может быть, на другом поиграем каком-нибудь. Ну, я скажу, что у нас неплохие такие дела с Алексом на текущем сервере. Там. Нам остается только пати бы какой-нибудь найти там и закопать имущество все, чтобы оставить, так сказать, до вайпа. Тревор, если будет желание, сможешь меня подменить в играх немножко. Мне надо будет возврат на озон оформлять. Смотреть, что не так там. Там все могут скрыть, по факту. Чай не скрыли, то, что он не печатал. А, ну да, пленки. Пленки. И там же РП сервер в DayZ. Мне кажется, это дичь идея просто. Raw game там. DayZ должен быть таким, суровой выживалкой должен быть. GTA RP, ну это сервера для школьников в основном.
сделано. Которые кликать будут там сидеть. Лес рубить. Блин. Не то, что без дамага даже. Нет! Фу. Тихо. Чтек. Эй! Да как ты определяешь, школота там или не школота играет? Вот это интересно. Ну, вообще на DayZ, конечно, не у всех школьников денег будет. И вообще, как ни странно, на DayZ очень редко скидки. Вот это вот какая-то фишка, блин. Как это, блин? Ни хрена себе. Эй! Какой черт? По голосу? Ага. Не, РП просто не для меня. Тревор, привет тебе передает. Ему привет, вообще всем привет. Настя, всем привет. Так хрена знает, на самом деле. Все уже на улице гуляют, уже тепло. Здорово, Вячеслав, спасибо. Мы тоже, говорит, мужики. Кстати, как ни странно, Алекс Тигр... Вчера тоже в голосовании выбрал именно DayZ. Я думал, он такой не нравится ему. Так, ладно, полетели. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ах ты страшная сисястая баба. Сейчас мы тебе... А можно рыб? Хоть одну. Спасибо. Фига я снайпер. Так, сейчас еще одна форма, тихо, аккуратненько. Немецкую музыку в игре, нифига себе. Так надо толпой залететь как-нибудь, Машу позвать всех. Алекса. Кого можно, короче.
Все, изи, забрал. С первого раза, да. Прошел без дома? Или со второго раза. Ну да. Без прокачки. Так. Только мне ее по новой придется покупать. Так восстанови свой старый аккаунт. По-любому можно восстановить. Что-то прям заигнорил этих. Надо было в поддержку писать. Со второго раза, да. Хочешь поиграть? Ну, поиграй в русалку, попробуй пройти. Да, она легкая.